Та потейтос. Це три потейтоси. Да, ти їх береш і ти їх ложиш в духовку. І вони ще сирі. Це просто потейтос, завернутий в фольгу. Вони стоять бейкінг трей $2.47 стоять ці три картошки, тільки із-за того, що вони вже в фольгі. І ти їх отак приходиш, прямо перекладаєш в духовку. Запекаешь, потом можешь их кушать со сметаной или с каким-то соусом вкусным. Одну буханочку хлеба маме. Вот один хлебушек этот возьми. Так, молодец. Нет, мы не берем булочки сегодня, нет. Потому что когда будет нам, может быть, когда мы будем делать гамбургер, то мы возьмем... для бургера, но сегодня мы не будем делать this week. И Дошечка, ложи хлеб, потому что нам надо еще один хлеб вон там взять. Идем прямо, еще там возьмем хлеб. Вот здесь возьми еще хлеб внизу. Да. Этот. Не-не, наверх хлебушек надо ложить. Положи наверх, чтобы мама видела, сколько мама взяла. Вот этот хлеб я люблю, он с изюмом, он с синамон. С корицей очень вкусно в духовочку, если положить. Идо, ну ты мнешь хлеб сейчас. Так, мы уже сегодня взяли клубника. Две штучки получается. Два, по 2.50 одна. Помидор сегодня по 97 центов за паунд. И хлеб у нас был по скидке. Вот для этих сэндвичей я не вижу, где он. Угу. Не вижу, где он, где он, где он. Не вижу. Пойдем сейчас будем искать его. Я не буду брать его, буду обычно использовать. Все. Буду обычный. Здесь можно всякие также тортики посмотреть. Себя они, конечно, не супер-пупер, но можно подобрать себе любой. Любой тортик можно подобрать. Yep. По-любому вкусу. Вот эти вот такого плана мы любим очень в Коско покупать. Большая там коробка, их 100 штук маленьких заварнушечек. Вот здесь сейчас, Идошечка, здесь 625 грамм, но по штукам я не знаю, сколько здесь. Ну вот сколько они стоят. Профитроли. Сейчас мини-эклеры. Профитроли 11,49. Есть с шоколадом и без шоколада. Да, шоколад, не знаю, какая разница в цене, но, в общем, профитроли. Профитроли – это эклеры. Вот, а здесь такие тортики разные, вкусненькие. I want the cookies and cream biscuits. Cookie and cream biscuits. Да, $13 такой торт. Это, конечно, качество не самое лучшее. But I like it. It's good. It's yummy. I want it. Эти мне нравятся такие корзиночки с кремом. Просто really шоколадные. Just, it's awesome. I just want it. Да что ты говоришь? I just want it. Open не, душа, не, мы не берем торт, у нас нету к чему брать торт. Мы этот хлебушек нашли по скидке. Бери буханочку. Сверху, Идоша, с самого верха возьми, тебе будет легко. Вот он. По скидке. Боже, это ж как ты руки засунул, сыночка. Вот он такой ватный, я его так мы не употребляем, потому что им надо буханку хлеба съесть, чтобы наесться, но я его беру для горячих бутербродов. $1.97. Обычно он, по-моему, по 2 с чем, по 2 стоит, $2.97, что-то такое. Сегодня по 2. Сегодня, короче, доллар скидка на него идет. Пошли, Дошенька, что-то посмотрим еще дальше. А, да, вот эти ланчи уже мини-бургеры. Господи, сколько химии. Чего не до 3.27 за вот этот готовый ланч. Вот такие есть разные ланчи. Крекеры с колбаской, со сладеньким. Есть типа пицца. Я иду два раза брала. Он просил. Я, конечно, не за такие ланчи. Просто уже действительно лучше дома бутерброд сделать самой и дать ребенку. Иду, это не хот-дог, это маленькая сосисочка с мини этим вот. Как он называется? С мини булочкой. Давай возьмем наши обычные. Подожди, твои ями-ям. Подожди, дай маме. Тарки. А что, где нету моих сосисок, которые я беру обычно?
Это Top Dogs, это не та фирма. Нету моей фирмы. А куда она делась? Нету моей фирмы сосисок, которые я беру. Которые, как я говорю, сосиска за доллар. Ну хорошо, нету, значит нету. Значит, сегодня будем без сосисок. Да, вот это всякие готовые уже упакованные по единичной штуке. Вот удобно детям в школу брать или что-то. Но это маленькие коробочки. Мы не берем разные печеньки, разные. Вот здесь фуджи разные. Фудж есть и фадж. Я не знаю, по-разному их называют. Фадж и есть... Swiss rolls, всякие honey buns, булочки. Но это все такое... Honey, я говорю, что это лучше такое не брать. Хотя один раз, я хочу сказать, я брала вот этот браунис, он был очень вкусный. Просто они распакованы и упакованы, но съедается, конечно, очень быстро. Пошли дальше. А вот это сосиски, которые я брала в Asian Store. Chinese style вот sausages, которые я говорила, которые на пару я готовила, 4,49. Но также они там стоят примерно в такую же цену. Сегодня я их брать не буду. Вот здесь тофу. Кстати, с ним я на этой неделе буду делать супчик. Покажу вам свой супик любимый. Сейчас нам нужно выбрать какой-то из тортиков. Вот это недорогие, вот они здесь разные. Я себе выберу какой-то нам на завтра с Костиком. Какой же взять? Эклеры я не хочу брать. Круглый торт я тоже не собираюсь, $21 брать вообще не собираюсь. Это очень дорого для такого торта. Танго. Что это за танго? Танго. Так, это, конечно, вообще artificial все. Layers of Airy, так. Meringue with chocolate. Nuts. Ну, это типа под киевские они сделали, понятно. Ну, вот этот вот за 10 сюркрем. Это сметанник за 11. Cake with honey and bran. Так, ну, это типа с черносливом, со сметаной, с орехами. А это cake with honey and vanilla flavor. Я, наверное, возьму вот такой. А это какой здесь еще есть? Сюркрем. Это сметанник. Сметанник за $12. Сметанник это, конечно, всегда беспроигрышный вариант. Здесь кто-то малину оставил. Это всегда вкусно, он куда-то развалины. Не, все-таки я возьму, наверное, вот это мне нравится с черносливом, с орехами. Вот этот я возьму. Вот этот возьму. Идем, Идоша, положи. Почему? Это не бред. Это крем там внутри, ну. Да, тебе не нравится? Ладно, идем посмотрим. Там есть еще одно место, где есть тортики. Идем посмотрим. Так, мясо у меня есть из Коска, но сейчас у нас идет скидка опять на грудки здесь. И я возьму нам опять, наверное, на этот, на барбекюшу. Две пачечки. Вот, сейчас по 5,45 за килограмм. Возьми до это. Вот это. Рыбка разная, но я не беру здесь рыбу. Вот гречка. Гречка. Вот. Баквит. Баквит. Меня спрашивала подруга, как будет гречка. Баквит. Забыла я. Да, баквит. Сериал. Гречка. Значит, здесь у нас сколько? 800 грамм. 2,99. Так, поехали, сыночка, дальше. Здесь у нас молочный. Нам не нужно. Молоко у нас есть. Яйца у нас есть. Йогурт и сметана есть после Костка. Здесь что по скидке? У нас Филадельфия сегодня. Маргарин для выпечки. Это я все не беру. Это лишнее. Растрата хлеба и калории. Пошли. Раскладывают. Уже на самом деле магазин закрывается скоро. Мы пришли уже к шапочному, так сказать, разбору. Иду, иди прямо, пожалуйста. Вот это maple syrup стоит. По $10 сейчас. 500 миллилитров.
Так, поехали прямо. Вот яйца 12 штук, 2,78. А 18 за 4,27. Пошли. Шевелимся, мамочка моя. Вот мука здесь по скидке есть. И мы не берем, и Дошечка, у нас есть дома корнфлекс. У нас есть корнфлекс. Вот твои любимые штучки. Всегда я и Дошке беру 87 центов и по доллару есть. Я беру ему банди, вот эти вот такие сырочки, сырочки в шоколаде. Какой хочешь, этот и этот? Банди айскрим 87. Давай мы сначала возьмем эти две, положи. Посмотрим, да. Вот здесь лежат торты. Вот это какой-то медуз торт. Медас тоже какой-то интересный, какой-то ванильный. А это какой? Это киевский. Вот хани кейк 18,49. Ром кейк 18,49. $20 кейк. Вообще непонятно за что. Пойдем, там еще есть другие кейки замороженные. Посмотрим другие. Идо, вези колясочку, мамочка моя дорогая. Мы уже все по-летнему одеты у нас. Идо, только не катаемся, а везем, потому что магазин закрывается сейчас. Если ты хочешь, чтобы мы еще что-то успели. Вот вареница по скидке сейчас. 3,47. Пошли. Тут все заморозки, но мы их проходим так. Я ничего здесь не беру сейчас. Вот возьмем еще фиш стикс. Возьмем, наверное, и Дошки в школу. Вот эти вот 12 штук за 6,50. Да. Мои любимые. Он любит эту фирму. Возьмем. Тебе в школу, да, возьмем это? Это печеньки, Дошка. Окей. Так, здесь у нас сейчас еще заморозки разные. Идо, проходи немножечко вперед, сынок. Вот здесь какое-то масло. Сколько тут непонятно вместимости. Сколько тут, наверное, литра 2. Странно, что не написано. То есть, наверняка где-то написано, но я не вижу. Я все равно такое не беру. Нарисован подсолнух, но подсолнуха там нет, я думаю. Allegro Pure Sunflower Oil. Ну, написано 3 литра, 7,47. 3 литра, 7,47. Так, а вот это такие штучки. Такие цитрусики разные, которые разводятся в воде. Вот эта банка, она замороженная. Сока, ну, типа сока. Есть натуральный, есть искрашенный. Есть просто химия. В общем, бросаешь это с водой, вмешаешь с литром, с двумя, и у тебя напиток получается. Летом очень популярно. Поехали, сынок. Это вафли готовые, которые только в морозилке держать, разогревать. Эти блинчики, то, что панкеки называются. Замороженные фрукты. Вот такие есть разные. Вот здесь есть еще тортики замороженные, пироги и торты. Они очень дешевые, но они очень маленькие, они очень вкусные. Я, наверное, возьму сейчас такой. Куки крем пай. Кокунат крем, чоколад крем пай. И Доша, я решила в конце не беру никакой торт. Я взяла просто смесь за $1.97 и взяла к ней инстант пудинг, с молоком его взобью и немножечко так переложу, и все, у нас будет маленький тортик. Я еще думаю, знаешь, что это? Папа очень любит орехи в тортике. Мы, наверное, давай с тобой еще орешки положим туда, давай. Орешки еще какие-то выберем. Папа любит обычные грецкие орешки. И не, рейзинс мы не будем брать, мы их с папой не любим, ни папа, ни я. Так, что у нас здесь? Вот мама меня, кстати, спрашивала, есть ли у нас пряники. Вот разные пряники, клюквенные с халвой по 2,30, 400 грамм. Вот какие-то пряники, такие пряники сякие. Дошечка, ну-ка, вот пряники ореховые.
неорганическое, в шоколаде есть эгг матцо. Вот. В шоколаде, в белом шоколаде. Всякие интересненькие такие есть. Это мои любимые печенечки. Мои любимые печенюхи. Вот, макарон, их почему-то стали макаронс называть. Не знаю, может, их всегда так называли, но я почему-то не думаю. Вот нету моих, я люблю есть шоколадные, есть вот, как я люблю, конечно же, кокосовые, но нету вот этих ореховых, я люблю еще ореховые. Почему-то их нету. Вот у нас, что у нас тут еще, бисли лежат. В общем, всякая снеснятина, съеснятина вкусная наша, израильская. Собираем бананчики, оттуда возьми. Вот мы пришли. Вот ровно то, что мы принесли. По большому счету вы видели. 2 мешка яблок я купила разных сортов. 3 связочки бананов. Груши. Уже босиком стою, уже все, лето. 3 буханки хлеба вы видели. Все там еще для торта. И... все, в общем, ничего, ничего такого. Вот No Frills. И вот пошли цены. Редисочка, конечно, подороже. Что-то вышло дороговато, я не обратила внимания. Взяла так. Клубнику я выложила. Была дорогая, я выложила клубнику. Поэтому здесь ее не будет. Так, дальше. Видите, интересно поделено. Здесь они делят по отделам. Вот, допустим, гроссери, да? То есть общие какие-то. Потом фроузен, заморозки. Потом там то, что называется выращенное, то, что продюс. Потом мид, мясной отдел. Выпечка. Выпечка, то, что готовая выпечка для выпечки. Beauty Products даже. Я в конце купила Невеевский. 6,97. Невеевский этот бальзам. Ну, типа после бритья. В общем, итого получилось $73.18. Вот такой сегодня у нас был улов. Bye-bye.